чаечку, все, мы хорошие, все, 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 не плачем, не плачем, моя девочка, не плачем, все, мое солнышко, все, 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 все хорошо, все хорошо. Доброго времени суток всем, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют «Творит добро» Наталья. Конец июня, 2 недели мы жили со спокойной душой, но вчера в 7:30 вечера раздался мне телефонный звонок, и в одном из гаражей, где мы кормим щенков, парень Александр позвонил, сказал: «Наталья, у нас ЧП. Машина Opel проехала по щенку». Ну, мы незамедлительно, экстренно выехали. Спасибо Саше огромное, что успели затормозить эту самую машину вместе с этим водителем. И девочка, Ивушка, так я решила назвать нашу девочку. Девчонки нет еще 2 месяцев, назвала я ее Ива, вот, и только благодаря тому, что ребята вовремя увидели, девочка осталась жива. Вот, в общем, вот так у нас заканчивается июнь, такая моя большая уже дружная семья, и я, как всегда, обращаюсь к вам. Девочку, конечно, мы экстренно забрали, накололи, обкололи, насколько возможно, обезболили. Спасибо огромное, как всегда хочу сказать, Людмиле за то, что предоставляет нам свой дом во имя их спасения. Люда сегодня, к сожалению, всю ночь не спала, так как Ивушка скулила. Ну вот, видимо, ребенку больно. Я так предполагаю, что у нас задет таз и задняя левая лапка. Что там сказать сейчас сложно, вот, и пока мы с Николаем Николаевичем на связи, лечим, обезболиваем, но, соответственно, надо везти в клинику делать рентгены собачки. Вот, Ивушка — это щенок, которых мы волонтируем уже 1.5 месяца. Ее вместе с мамой выбросили. Но, к сожалению, в пятницу мама ушла на Радугу. У нас в пятницу была 2-я волна отравления собак по городу. Было очень много смс мне входящих, WhatsApp. На ГПК есть у нас такой глюкозоподаточный комбинат, район. Там целые контейнеры были трупов собак. Но, к сожалению, в последнее время я называю наш город — это город мертвых душ. Это вот прям реально, я заявляю всем, это город мертвых душ, где всем все равно. Мама первородка, к сожалению, пропала она с пятницы. Последний раз ее видели в пятницу утром. Она была, у нас недавно выкинули щенка, подростка, ходила с ним по городу. В 7 часов утра они были у Александра в гараже. И днем ее товарища трупик нашли возле мусорных баков. Ну, мы так понимаем, что мама тоже ушла на Радугу. Поэтому щенки сейчас, как бы, мы кормим их каждый день. Но вот случилась такая беда. Моя такая большая дружная семья. Я понимаю, что конец месяца, мы поэтому сидим. С финансами, говорю, очень тяжело. От слова совсем. Я рассчитала свою финансы, которые остались, это нам дожить бы до 5 числа, чтобы в приюте собаки кушали. То есть с финансами у нас совсем-совсем все очень плохо. Да, к сожалению, май, июнь — такие большие показатели того, что люди действительно отдыхают. У кого-то отпуска, кто-то что-то делает. И как бы и на YouTube все равно видно, да, посещаемость людей, она уменьшилась в разы. Но я, как всегда, обращаюсь к вам. Моя такая большая дружная семья. У меня Сандру забрала. Сандру надо везти экстренно
в семью. Ну, в общем, делов очень много, но пока нас, к сожалению, тормозят финансы. Клинику не оплачивала я уже очень давно. Не с чего пока оплачивать. Я понимаю, что мы там опять уже идем в долги, но нам нужна экстренная помощь для Юшки. Я уже не могу не плакать, у меня действительно уже все. Я креплюсь, насколько мне Господь дает сил, благодаря вам. Потому что нет уже слез, нет ничего. И я понимаю, что каждый раз я опять непосредственно обращаюсь к вам. Худо ли, бедно ли, вы все равно откликаетесь. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы со мной. Я понимаю, что очень все сложно, в стране сложно. И вообще в жизни в целом сложно. Но не пройдите мимо боли этого ребенка. Я очень вас прошу, каждого своего подписчика, откликнуться на боль Ивушки. Посмотрите, как ребенок плачет. Она просит нашей помощи. Но пока мы сидим на обезболивающих, и я реально... У меня нет финансов даже отвезти ее в клинику. И я очень прошу вас, каждого, помогите нам облегчить страдания, пока не все потеряно Ивушке. Сделать снимки, рентгены и хотя бы понимать травму, ее травму, характер ее травмы. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Я очень прошу вас, репостните в соцсетях этот ролик, лайкайте, комментируйте. Это тоже большая помощь от вас для нашего канала. Вы со мной, девочки, моя такая большая дружная семья. Я, как всегда, рассчитываю только на вас и на вашу помощь. И всегда говорю вам большое спасибо искренне. Спасибо за то, что вы с нами, за то, что помогаете.